Горный Алтай. Почти доехали до перевалочки Таман. Предгорье, можно так сказать. Ну, Тама. Трасса серпантин такая вьется. Больше 100 километров невозможно ехать. Воздух здесь, конечно, замечательный. Виталий, может, ты что-нибудь скажешь? Ну, место очень хорошее. Смотрю я здесь, домик здесь построить. В общем-то, впервые я так делаю остановки такие. Здесь я был последний раз лет 7 назад. В общем, как первый раз. Все меня радует. Это уже как. Да, тучи здесь вообще красивые. Окей. Перевалочки Таман. Одно из красивейших мест Горного Алтая. Там внизу вы видите петлю, которая называется Тещин язык. Горы цепляют облака. То есть, когда здесь нету облаков, то там долина Кизотти, здесь еще сама гора довольно-таки высокая. Но самая высшая точка, мы к ней еще не доехали. Она вот там на горе расположена, можно видеть, кто видите. Там мачта электропередач, там расположена самая высокая точка этой горы. Вот, два бака бензина уже сожгли. Осталось еще примерно столько же. Привет, здесь я, свои персоны. Ночь сырая прошла нормально, вроде настроение получше. Не дома, не на кровати, а здесь. Облака, гора, и я, больше ничего не надо. Сама. Эй, мы на высшей точке, как я говорил, вот она опора. В грозу молния ударится. Да, там что-то потрескивает. А вот там наша смотровая площадка, где машина стоит. Там вот вдалеке видите Тещин язык, про который мы говорили. Вот той стороне вот идет вот так вот старый перевал, еще до 30-х годов, который построен. Вот, ну там наша машина не проедет, поэтому мы здесь. Собственно, здесь туристами все утоптано уже, как сами. Там вот костровище даже есть. Можно палатку поставить, шашлык пожарить. Мокро, короче, завел сюда. Здесь мокро, у меня все. В 9 часу утра. Кроссовки сейчас в машине. Мокрота забудется, останется то, что я здесь был. Видео. Надеюсь, это стоит того. Даже вот можно елочку выкрести. Оп! Так, ну что скажу. Я впервые поднялся на щеке Таман так высоко. То есть это впервые такой отдых, где заезжаем во все точки. Все это достопримечательности осматривают, фотографируют. Для меня это большой прорыв. Чтобы подняться на фоне такой красоты сфотографироваться. Надеюсь, это не последний раз. Мы еще на перевалечке Таман. Недалеко прям отъехали, метров 50. Хе-хей! Хе-хей! Ха! Виталий, ты хоть руки воздень к небу. Шатается. Я смертельный номер. Не лезь. Я на этот сяду. Да, ну. Сейчас он старый. А здесь кому-то не поздоровилось. Я. Точно. Так что аккуратней. I'm here. Я повелитель горы, Леха. Не лезь туда, куда тебя тянет. Сейчас мы. Завидуйте, что вы не с нами, все, кто отказался. Красотень. Смотри, а ты выше облаков. Да холодно, да, ну ништяк, я лечу, я лечу! Смотри, правда не полетит.
Минские пороги. Самые большие пороги на Катуне. В той стороне течет Эльгумень, она спадает в Катунь. Это Катунь. Алёша, Алёша, Алексей. Песчаные вывалы. Так много туда. На них, видишь, прям написано, можно написать что-нибудь. Да это что-то этот, наверное, пальцы. Видишь, современные петроглифы. Скажи что-нибудь. Чё, хорошо, холодно? Три камня. Ну ты чё? Сделай лицо нормальное, ну. Порыва! Подожди, опять я. Опа! Хорошо! Водопад Шерлак. Девичьи слезы. Андрюха, с твоих слов прям. Уже снег здесь. Красные ворота.
поворотах. Вот оно. Тормози. Прям вот. Вот оно, озеро Шустак. Давай там встанем, где нас видно. Или мы туда дойдем? Не дойдем. Вершина Улаганского перевала. Алексей на Улаганском перевале. Форелевое озеро. На заднем плане видны белки. Все видят, да? Это Алексей. Это белки. Это озеро. А вот там вот перевал. Это Виталий. Вот там наша машина стоит. Оттуда мы приехали. Это мы, Миша, какой день, где? Улаганский перевал. Улаганский перевал. Здесь, короче, вообще цивилизации, уже кончается цивилизация. Я говорю, повод будет доехать сюда. Тебя на видно возле, да, хорошо. Но это такой зеленый, мне напомнил, это вообще охуенный, когда что-то. Смотрел, там можно с дорогой, но рядом расположен. Просто там с воротами так серьезно. Там катуирык. Вообще глухомань какая-то, блин. Дорога с заленьким цветочком. Да-да, Лёха, вот там мы спускаться сейчас будем. По той дороге. Долина Чулышманов. Туда мы поедем сейчас. Да, там Леха. Река называется Чулышман. Собственно, из-за него и назвали так долину. Коренное население алтайцы. Ага. Смертельный номер в исполнении Алексея. Давай, давай, спускай ножки. Ну, вы представляете, конечно, да, что почему он не захотел туда ножки спускать. Там строится новый перевал. Небо здесь синее-синее, просто обалденно синее. Долина Чулышман, высота всегда меня пугала, но тут пугает и завораживает. Дома очень маленькие, страшно смотреть, но ощущение очень приятное. Там тоже вид очень замечательный. То есть, если кто не бывал здесь, рекомендую. Ради этого стоит проехать. И плохие дороги, и эта лесучка, и... Ну, дорога, сами понимаете, здесь как бы более-менее дикое место, но вид очень прекрасный. Наверное, я так только в компьютерной игре такое видел. То есть у нас на Алтае есть такие места. Я очень рад.